продолжается эхо неудачного события, которое пережил Зейнеп. Аднан и Дамла узнают о том, что Азнем несет ответственность за то, что случилось с Зейнеп. Под влиянием Алеф Дамла решает держаться подальше от Аднана. Аднан считает, что Зейнеп будет продолжать страдать до тех пор, пока она находится в его окружении. Произошедший инцидент вызвал в школе эффект взрыва бомбы. Дисциплинированным комитетом было открыто расследование в защиту Зейнеп, и теперь ее будет защищать комитет. Сможет ли Алеф и Али Осман спасти Зейнеп от отчисления из школы? С другой стороны, Азлем, которая узнает о том, что Аднан подал на развод, снова начинает что-то предпринимать. На этот раз она остановила бомбу на коленях всей семьи. Аднан пытается оправдать Дамлу, которая находится под большим подозрением, но его действия никогда не сделают жизнь Зейнеп прежней. А насладиться очередной, а именно 7-й серией турецкого сериала «Не плачь, мама» на русском языке вы сможете уже 18 ноября. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.